Напротив авторынка в Южном округе в аварии пострадали водитель и пассажир Toyota Vitz. В больницу их доставили в тяжелом состоянии. Вероятно, именно раненого водителя и признают виновником столкновения. Малолитражка двигалась со стороны остановки Заводская по левой полосе. Навстречу ехали два других автомобиля, будущих участников аварии. Сначала хэтчбэк врезался в микрогрузовик, водитель которого не сумел увернуться от выехавшей на встречную полосу машины. Я только увидел, что он боком передо мной уже. Я видел, что он ехал навстречу, как он боком передо мной. Второй, куда более мощный удар пришелся на долю водителя «Колдины». Аварию снял видеорегистратор случайного очевидца. На записи видно, как малолитражка врезается в грузовик и словно резиновый мячик отлетает в универсал. Мощный толчок переворачивает «Колдину», будто игрушечную машинку. Водитель перевернутого автомобиля уцелел лишь потому, что был пристегнут ремнем безопасности. Что заставило шофера «Витца» повернуть руль в сторону встречной полосы, неизвестно. Рассказать об этом он сможет только после выписки из больницы. Владельцы машин подозревают, что восстановить автомобиль вряд ли удастся. Водитель Nissan Atlas и вовсе взял грузовик на прокат у своего знакомого, чтобы перевезти домой вещи. С места происшествия Мария Дедова, Наталья Доброва и Алексей Овчинов.